Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Я хочу напомнить, как зовут моих коллег. Это главный редактор ТРК «Губерния» Татьяна Прокопаевичиня, главный редактор радиовещания ТРК «Терра» Ян Налимов, директор службы новостей ТРК «СКАТ» Павел Овчинников и я, шеф-редактор программы «Вести Самара» Сергей Гуров. Николай Иванович, так 6 февраля, в День науки, вы объявили о возможной реформе, которая предполагает объединение трех ведущих университетов. Идет огромное обсуждение везде и всюду, на телевидении, на радио, в соцсетях, в интернете. А почему сейчас и что, какие процессы повлияли на это предложение? Ну, я на Дне науки так поразмышлял просто, да, даже не сказал, что вот этот процесс будет реализовываться. Сказал, вот если вот, ну, скажем так, сделать или вот по такому пути пойти. Поэтому было это абсолютно пробное некое это выступление, и праздник был, не надо было людей грузить какими-то проблемами серьезными, необходимости не было. Но на самом деле достаточно быстро это было подхвачено. И процесс пошел так, что вот вынуждены в итоге и я, и правительство, совет ректоров уже делать реальные конкретные шаги для того, чтобы разъяснять, а что под этим более конкретно подразумевалось. Вот. Почему сейчас? Ну, во-первых, это зрело давно, уже года полтора-два. Эта тема обсуждалась в узком кругу, так не просто специально обсуждалась, а вот обсуждая, как дальше двигаться с ГАУ, выдержит ли он конкуренцию вот в топе, потому что уже один вуз вылетел, причем вылетел Питерский, Ленинградский электротехнический институт, университет точнее. Это да, уже осталось 14. Уже 14 осталось. Что касается нас, мы туда входили очень тяжело, мы первый тур не прошли, нас выкинули. Мы вынуждены, не то что вынуждены, а, в общем, очень много сделали для того, чтобы потом еще раз проголосовали, и мы с второго захода попали туда. Поэтому в этом смысле, конечно, мы озабочены тем, чтобы СГАУ удержалась как можно дольше или до конца удержалась, и государственную, достаточно мощную поддержку государственную получала. И когда обсуждались эти темы, конечно, были такие мнения у наших самарских ученых, руководителей вузов, что если объединиться, как это сделали ряд других регионов, когда формировались федеральные университеты, это было 7-8 лет назад, у нас этого процесса у нас мимо прошло, у нас этот процесс, а в стране было сформировано тогда первые 9 федеральных университетов, где, например, в том же Татарстане, по-моему, 6 или 7 даже вузов объединились для того, чтобы попасть под эти параметры или подойти под параметры федерального университета. И они понимали, ради чего это делают, потому что там на том этапе первые 3-4 года была очень мощная поддержка государства этим вузам для того, чтобы их тянуть, скажем, до тоже практически как идея в топ-100 те же. Вот. И зная, что такой опыт есть в стране у нас, но самое главное, очень активно идет весь мир по этому пути. Идет давно. Например, тот же Китай решение первое принял 20 лет назад. Определили 9 ведущих первую лигу, или там, скажем, ну, высшую лигу, или премьер-лигу, там, самую высшую. 100 определили второго уровня, и остальные все третьего уровня. И в основном государство поддерживало 9 ведущих, и 100 вот тех, которые во второй лиге, но уже поддерживало там значительно меньше, чем первые 9. Так примерно 12-15 лет они шли вот по этому пути, и 4-5 лет назад они еще приняли решение следующее решение. Да, и, кстати, тогда они за 15 лет добились, 3 вуза китайских вошли в топ-100 мира. Уже. У нас нет в России российских вузов, вошедших в топ-100 мира. Китай вот, условно, этими шагами уже добились.
этого результата, ну, с учетом того, что это топ-100, это такой плавающий всегда, по итогам какого-то года там 3, может быть, там 2 и так далее, но 3 вуза, в том числе пекинский, там, в Шанхае. Говорят, по этому пути 15 лет назад пошла Индия, выделила 10 вузов, первых вузов, высший эшелон, определила, да, и хочу сказать, в Индии самый маленький из этих 10, численность студентов 132 тысячи. Остальные все больше. В Китае тоже примерно так же. Ну, Китай, Индия, это население большое. Население большое и так далее. Но тем не менее, 132 тысячи и выше. Есть и 170 тысяч вузов и так далее. Если даже сопоставить с нашим населением, ни один наш вуз, ну, скажем, разделить на 10, или не на 10, на, скажем, 7 от соотношения населения Китая и России, или там на 8, не, на 8 раздели 170, наш ни один вуз не тянет, самарский вуз, под эту численность, сегодняшней численностью. Вот. Поэтому весь мир идет по этому пути. Концентрируются крупные силы, очень широкий спектр специальностей, потому что жизнь становится все разнообразнее. Многие открытия и многие продвижения в науке на стыках наук, на стыках разных отраслей и так далее, для того, чтобы вот под одним крылом был очень широкий спектр проблем, научных направлений и так далее, в том числе, чтобы на стык, вот эти стыки были плотно закрыты. Неведомственные, каждый там, словно, у меня вот одно, у меня другое, у третьего другое. Один ректор думает об одном, другой ректор о другом, третий о третьем. Вот. И вот даже если брать уже систему, скажем, не развивающихся стран, я называю сейчас, и Бразилия по такому же пути пошла, это страны БРИКС. Это даже не семерка первая в развитой страны. Но в тех Соединенных Штатах уже медицинских университетов, вузов, уже более 50 лет нет вообще. Они все в университетах. В университетах. Вроде казалось, такая узкая, своеобразная узкая очень специальность, очень ответственная, да. А он в университете. Почему? А потому что сегодня в их понимании врач – это не просто там врач, который там пощупал тело или еще что-то, и вот определил, диагноз поставил. Сегодня все на технике, на технологиях самых передовых, где надо понимать, физические процессы, как идут, что такое ультразвук, что за там аппарат один, что за второй аппарат и так далее. То есть все настолько расширилось, да, этот спектр, что врач тот же уже в таком, в традиционном медицинском, он не может получить ту, скажем, те компетенции или те знания, которые сегодня необходимы ему. Поэтому в университетах, где есть там фундаментальная физика, там, математика, там, электроника там, и так далее, он может все это разложиться в программе обучения так разложить, что из него в итоге выходит современный специалист. Вот. Мы, к сожалению, структура у нас наша, которая вот сегодня, в том числе в Самарской области, она еще советского периода. Мы перешли в рыночные, на рыночные условия, многое изменилось, нет распределения давно студентов, давно нет. Многие вещи не уложились, не сложились, в общем. И если сегодня, в том числе, вот, структуру, модель высшего образования не привести в соответствии с сегодняшним днем, и особенно с завтрашним днем, особенно образование, как правило, работает не на сегодняшний день, а на завтрашний день, то мы, и страна может безнадежно отстать. И если в данном случае Самарская область, мы можем стать абсолютно провинциальным рядовым, условно, рядовой областью. Если у тебя нет центра компетенций, там, высочайшего центра, высочайшего уровня, самого высокого уровня, то ты претендовать на столичность или еще что-то, ну, это будет просто смешно. Значит, нужны... В том числе высшее образование нужно такое, которое бы генерировало и идеи, и кадры такого уровня, которые способны по разным направлениям делать Самару, область нашу, на самом деле, ну, выводило в число, там, в первую пятерку,
где-то в первую десятку, а где, может, на первое место. И в итоге мы, вот, то, что мы имели когда-то, там, 30-40 лет назад, во время войны, то, что к нам пришло, мы можем вернуть былую славу. Если мы не окажемся вот в этой пятерке, семерке регионов, это всего будет там 5-7 регионов в высшем эшелоне. В высшем эшелоне это Москва, Питер, это Казань, который там есть и федеральный университет, есть два национально-исследовательских университета, это Екатеринбург, там почти 40 тысяч студентов в объединенном, 7 лет назад объединяли, Госуниверситет с техническим еще 7 лет, тоже 7 лет назад объединили. Вот. И каких-то там вопросов особых, там больших, крупных вопросов не было. Это Новосибирск, это Красноярск, это на Дальнем Востоке построенный новый университет. Ну, там, может быть, сложнее пока, там база есть, нужно содержанием напитывать. Но, тем не менее, тоже планируется выводить этот университет на самый южный, в Ростове. И вот конкурировать будут, вот почти я всех назвал. И у нас есть, еще раз хочу сказать, одно преимущество. Даже не одно, несколько преимуществ. Одно из них – это то, что нам удалось с ГАУ, скажем, попасть в топ-14. Это уже такой крючок достаточно такой, за что можно держаться. И если мы удержимся до конца, программа до 2020 года, это то, что и Китай делал, и Индия вот эти вот отбирала и их подтягивала. Кто 9, кто вот 10 отбирал, вот в России 15 отобрали, сейчас осталось 14. И вообще хотят оставить в итоге 9-10. Через пару лет останется 9-10 там. И уже больше выбывать не будут, а будет разная поддержка. Там первым 5-3 будет поддержка государственная значительно больше, чем условно последующим. Сейчас пока поддержка идет от амбициозности, от размера вуза и задач, которые в дорожной карте ставятся, объема финансирования. Вот поэтому мы пришли к такому выводу, что без такого мощного научно-исследовательского и образовательного центра нам очень сложно оказаться в числе тех городов, территорий страны, там, которые вошли там, в пятерку, в семерку территорий с базовым, мощнейшим, скажем, образовательным центром. Потому что СГАУ все-таки, в любом случае, он и первый раз почему не прошел, считает, что под широкое университетское образование не тянет. То есть достаточно узкая специализация. Вот университет в понимании, в классическом понимании, в нашем, в европейском понимании, университет, особенно европейское понимание сегодня, мировое понимание, университет – это очень широкий спектр специальностей. Вот о чем я вначале говорил, где и стыки закрываются и так далее, и так далее. У СГАУ достаточно узкое направление. СГАУ так или иначе, для того, чтобы удерживаться, надо было создавать кафедры дополнительные, фундаментальные, то, что у нас в государственном университете есть. Угу. Так или иначе, пришлось бы в течение 2-3, для того, чтобы удержаться, создавать то, что у нас уже есть в других вузах. Вот. Особенно в ГОС. Особенно в ГОС. Вот, все, что связано с естественными науками. Так вот, это же одно из опасений, которое произносится, что вот научные школы, технические университеты, а вот гуманитарии... Тогда бы он, если пошел с ГАУ, он гуманитарным блоком бы не стал заниматься, вероятнее всего. Потому что, ну, зачем готовить журналистов или филологов, да, с ГАУ? А вот фундаментальные химия, физика, математика, там, информатика, хоть информатика сейчас уже в СГАУ, она сильнейшая, да. И биология, там, еще, может быть, да, вот эти, те, которые являются базовыми для классического университета тоже. Ну, базовыми я имею, кроме гуманитарных еще, и гуманитарные предметы. А вот объединившись, мы, наоборот, сохраняем все сохраняем, в том числе гуманитарный блок. СГАУ ничего не создает. Те компетенции, которые имеет, развивает это дальше. А университет, условно, государственный, что имеет,
развивает эти направления. Развивает эти направления, получая дополнительную поддержку государства. Дополнительную, еще раз хочу сказать, для того, чтобы этот вуз мог быть конкурентоспособным, это новое формирование, и мог претендовать в топ-100 вузов мира. Понятно, что с этим уровнем, с сегодняшним, претендовать в топ-100 мира, в том же ГОС, это невозможно просто. Что надо сильно подтянуть. Для подтянуть, там же предусмотрено в этой программе там, ежегодно 20% преподавателей и студентов, 20% студентов должны стажироваться за рубежом. Причем по полгода, по году стажировки за рубежом. 20% приема обязательно из-за рубежа приема. 20% преподавателей мы должны в течение года из-за рубежа наоборот, приглашать к нам, чтобы они здесь читали лекции. Это делается для того, чтобы самые высокие рубежи, взятые в других странах, ну, в мировой науке, в технике, чтобы, и здесь использовались. И наоборот, условно, наше, что мы будем иметь там. И для того, чтобы даже вот это делать, нужны большие деньги очень. Представь себе, 20% студентов направляются в зарубежные университеты, лучшие, которые в топ-100 мира. Это больших денег стоит. Стажировать преподавателей, там, приглашать этих преподавателей оттуда. Оттуда это тоже денег стоит. На это все даются деньги. Прямые деньги. И не только на это. Это примерно половина этих денег для того, чтобы человеческий капитал подтянуть. Ну, человеческий, я имею в виду, вузовские ученых, студентов и качество подготовки. И, технологии самые различные, связанные с, с студенческой наукой там, и так далее, чтобы мы могли перенять и потом что-то лучше сделать свое. Поэтому, условно, если с университетом объединяется с ГАУ, то получается уже полноценный университет с традициями университетскими, там, с духом, как сейчас говорят, университетским и так далее. Только еще в этом университете мощный аэрокосмический блок. Это придаст только плюс университетскому формированию. Хоть СГАУ тоже называется университет. Здесь название университета, здесь университет. Что касается технического, здесь так, если условность техническая не входит сюда, то технически вероятность очень большая, что он будет или во втором эшелоне в итоге, или в третьем. А третий эшелон, я вначале не сказал, вот третья лига, это уже где науки нет, то есть на исследование нет. Финансирования нет. Финансирования того нет. А магистратуры нет. Магистратуры даже нет. Аспирантуры нет. Только подготовка кадров массовых профессий, бакалавров. Это почти колледж, чуть выше колледжа. Вот функции вузов третьего уровня. И тогда технически у нас все свои компетенции потихонечку растеряет. Что ни делай, ты что ни говори, тебе будут меньше давать денег на одно, на второе, на третье. Дальше собирать платных всех отовсюду с уровнем с четырьмя с половиной баллами запретят. Почему запретят? Потому что с четырьмя баллами человек должен учиться не в вузе, а должен учиться в колледж. И тратить там бесплатные, бесконечные или дармовые деньги государство тратить не будет. А если в колледже человеку не перекрывают дорогу, если колледж завершил с отличием, как раньше было, да, пожалуйста, ты можешь и бакалавром стать дальше, можешь и в магистратуру пойти после этого, но магистратура уже не технического университета у него не будет, условно, так может сложиться, а в магистратуру в технический в Татарстан или в Челябинск или куда-то в другое место. Поэтому мы бы хотели, чтобы технический закрывает очень широкий блок, народно-хозяйство нашего комплекса, очень широкий. И было предложение другие по СГАУ, вот отвлекусь, что объединить 7-8 авиационных университетов страны под СГАУ. Угу. Была эта идея. Собрать супервуз создать. Да,
и создать как бы мощнейший отраслевой университет аэрокосмический. И эта тема обсуждалась где-то полгода. Министерством обсуждали, все, были активные сторонники. И вот второй вариант. Или это создать, но то создать было намного сложнее. Почему? Это борьба между регионами. Но как МАИ, Московской авиационной, подчинить Самаре, например? Это очень непростой вопрос. Значит, или как Казанский авиационный там подчинить, или как... Иркутский, по-моему, в Сибири или Новосибирске. Передрались бы все. Да, это, ну, главнее мы в топе. Это как бы определяло с самого начала, но в топе, не в топе, там у них тоже есть и свои достижения и так далее. Ну и области это дало бы не столько, сколько все равно мы имели узкую специализацию, там ЦСКБ «Прогресс», там Кузнецов. Ну, это тема аэрокосмическая. А технические у нас нефтянка вся там. И не только нефтянка. От пищевки до нефтянки. Да? И если мы, я условно как для себя сделал, вот, если мы создадим такой мощный блок, и этот блок весь подтянем, то подтянется почти вся область. А это мы подтянули бы один сектор, а другие могли бы... Ну, условно, от нас уезжали бы учиться куда-то в другое место и так далее. Поэтому для области, нет, вот это формирование, на мой взгляд, важнее. И ее, на самом деле, может быть, и проще реализовать, чем объединить там 7-8 авиационных институтов под началом. Тем более у нас, что касается еще производства самолетов в целом по стране, этот хромает, по крайней мере, на одну ногу точно. Вот. И вот не то, что и мне, и не только, министр образования, говорил Николай Иванович Ливанов, конечно, технический должен тоже там быть. Николай Иванович, да. Вот вы сами заговорили о министре образования, и очевидно, что объединение вузов невозможно без положительного решения его учредителя. Вы говорили о том, что встречались с господином министром. Какова позиция министерства по этому очень сложному, непростому вопросу? Ну, позиция министерства, она на отчет достаточно известна. С самого начала министерство хотело очень быстро реализовать в стране вот эту идеологию, и она сразу пошла немножко не так. Вот. Ну, помните, там, где попытки сверху все это сделать, там они не везде увенчались успехом. А позиция, министр знает тенденции в мире абсолютно лучше, чем я, естественно, потому что он министр, да. И если мы не сделаем шаги, скажем, те, которые будут обеспечивать конкурентоспособность нашим вузам, в итоге нашим специалистам, конечно, мы отстанем навсегда. И даже нефть, цена на нефть нам уже не поможет. Если не будет нашего специалиста, способного на самом высоком уровне работать. Сейчас мне могут телезрители любой сказать, а вот ведь раньше было. Раньше было, я сам учился, знаю, но раньше было все по-другому. Вернуть мы то, что было, мы не можем. И более того, все равно и раньше было так, что от изобретения до реализации в серию продукта, от изобретения ученого в Советском Союзе проходило 7 лет. В Японии это было 9 месяцев. 9 месяцев. И японцы читали нашу «Науку жизни», очередной номер ждали намного, ну, скажем, трепетнее, с большим интересом, чем мы. И сразу смотрели, и там статьи, и через 9 месяцев ученый что-то там изобрел, написал, там, они уже патентовали. Они уже патентовали. Нет, в серию запустили. В серию запускали. Поэтому... Отрыв у нас был, и тогда это был минус наш. Мы из-за этого сильно отстали в микроэлектронике, еще в советское время отстали. В интегральных схемах, в чипах, в тех, которые, на чем сегодня держится практически все. От сотового телефона и кончая всей сетью, и не только сетью. Все, что мы имеем сегодня, это на микроэлектронике или на интегральных схемах, на вот этих самых тонких вещах. И мы уже в 80-е, даже в 70-е, 80-е годы, мы тогда сильно отстали. Уже отстали, потому что все быстро менялось очень, а мы быстро меняться у нас не получалось, потому что слишком, скажем, инертная была
некой определенной мере система. Поэтому и тогда не все было хорошо, и не только не все было хорошо. А сегодня уже изменился мир. Тот же Китай. Он, ну, если брать 25-30 лет назад, он был другим. А сегодня он совсем другой. Он встал на другие рельсы. Или та же Индия. Та же Индия, которая сейчас дает этих патентов разных в 3 раза больше, чем мы, Россия. А Китай внутренних патентов дает там в 150 раз больше, чем мы, Россия. Внутренние патенты, которые оформляются как открытие. Да? И мы думаем, что если мы вернемся в старое, у нас будет абсолютно преимущество. Китай все это делает уже не на той системе. Да, политическая система сохранилась, но рыночные вещи и в вузовской системе, и в экономике, и во многих других вещах они запущены. Они больше управляют этими процессами, там нет беспределов разных, там, в общем, а в больше таких продуманных и разумных рамках, не как у нас там, что хочу, то и ворочу, рынок или там полная свобода и никаких ограничений. По-другому. Но вот ключевые вещи, они на рыночных механизмах развиваются. Вот. Поэтому мы уже старое вернуть в том виде не сможем. А вот выстроить в новых условиях новое, работающее, конкурентоспособное, вот для этого и эта задача сегодня ставится и решается. Ливанов, он был одним из главных, скажем, инициаторов того, чтобы пошел в том числе технический университет в это объединение. Технический университет. Вот. И вот буквально на днях мы с ним встречались уже вот в процессе, в Чебоксарах обсуждали эту тему. Правда, его немножко разочаровало, что технический наш университет, он знает рейтинг, они провели рейтинг, не вошел даже в сотню в стране. Он сильно подсел. Вот. Но тем не менее, разочаровало, что это на показатели объединенного университета скажутся. Но процесс объединения, я полагаю, будет идти там год-полтора, может быть, даже. Ну, полтора точно. И за это время, конечно, можно многие вещи подвинуть. Там один из главных показателей, который тянет, там очень низкий средний балл приема. Низкий средний балл приема в техническом нашем. Это ниже, чем в среднем по стране. Значительно ниже, сложившейся по стране. А это характеризует, кто идет учиться туда. И кто выйдет потом. И кто выйдет потом после этого. Если пришли туда учиться, троечники пришли учиться. Вот это минус сегодняшнего нашего технического. И не, ну, есть еще отдельные вещи. Вот. И пока там поставлено на рельсы брать любого, кто платит. Так настоящую вуз в топ-100 претендующую так не выстроишь. И науку так не выстроишь. И науку так не выстроишь. Поэтому там должны тоже произойти, для того, чтобы сохраниться вузом, должны быть соответствующие изменения произойти. Естественно, даже не сами они будут производить. Будут ограничения по приему этих платников, скажем, или на платной основе. СГАУ уже ограничен 25%. Все. Не более 25% ты можешь принимать на платной основе. Если ты за счет этого меньше зарабатываешь, зарабатывай умом, качеством. Не окрами, разработками и продавай не окры. Не за учебу там бери. За корочки. За корочки, да. А разработки делай умными студентами, толковыми студентами, аспирантами, учеными. Создавай малые научные предприятия. Через эти предприятия они освобождаются от многих видов налогов и так далее. Реализуй, зарабатывай деньги, развивайся. Вот. Это первое. То есть, мол, ограничение. Второе. Будут ограничивать вот средний балл сложился по стране вуза 65, да? Значит, все, что ниже этого, тебе на следующий год настолько сокращают госприем. Госприем. Раз ты берешь тех, которые-то, зачем их учить? Ты тогда ищи, за счет чего их учить. То есть вуз начнет сжиматься постепенно? Вуз начнет сжиматься. И может пройти 2-3-4 года максимум, из вуза ничего не останется. Сократился прием коммерческий, сократился объем госфинансирования, потому что ты берешь не тех совсем, которых государство не обязано тратить деньги на того, из кого все равно ничего не получится. Да? Поэтому в этой ситуации
Очень важно нам, чтобы технический, так же, как и СГАУ, быстро начал подниматься. Подниматься, получал поддержку другую, финансовую поддержку, по другим каналам, в смысле, по другим статьям с федерального бюджета. Вот. Мы обсуждали вот с министром еще раз, последний раз, по поводу топ-15, назовем пока так, пусть, говорят, что да, вопросов никаких не будет, что объединенный ВОЗ будет в топ-14 или в топ-15, да. И университет туда автоматом как бы вместе с ГАУ пошел и подтянется туда, и технический. И будут получать средства в зависимости от того, на какого масштаба задачи ставят перед собой. То есть амбициозность задач. У СГАУ сегодня условно вот задача, он получает 600 миллионов рублей дополнительной поддержки. Совместно эта задача, ну, условно, СГАУ вот, совместно получила задачу вот, значит, будет не 600, а миллиард 200 получим, или миллиард 500, или 900, зависит от того, насколько амбициозно мы хотим двигаться вперед. Мы дорожную карту вставляем, реализуем, по итогам года нам деньги. На следующий год дорожную карту, все, большой вуз, реализуем, нам деньги. Сколько это будет, еще раз хочу сказать, 600, как сейчас получает СГАУ, или 1 600 000, или 2 600 000, это будет зависеть от того, как мы будем двигаться, то есть какие задачи будем ставить и как мы их будем решать. Каков будет средний балл? Тот же. Каков объем будет неокров проданных? Сколько студентов мы примем из-за рубежа? Сколько студентов мы примем из-за пределов области? А для этого надо очень активно работать. Работать не только престиж, поднимать свое это одно, работать с иностранными студентами, договариваться о квотах в министерстве. Надо строить общежития современные. Обязательно, потому что у нас их мало или совсем. Сейчас вот ЗГАУ в этом году тоже начнется, ну, технически есть, построили хорошее общежитие. Вот, поэтому тут целый пласт работы, которой надо будет активно заниматься. И тогда мы можем, да, мы хотим уже на будущий год, чтобы заработал Центр одаренных детей. Отбирать еще со школьного возраста не только с Самарской области, а с разных регионов одаренных ребятишек, у которых балл будет, я уверен, 80 и выше. И из них взяли, да, и опыт есть уже наработанный в стране. Ну, я даже, может, могу гордиться этим, что первый он родился в Мордовии, и он очень активно, школа работает, Центр одаренных детей, он сейчас в первой тройке в стране по рейтингу, по количеству победителей мировых олимпиад. А там есть и Мехматовская школа Московского университета, Физтеховского, и школа МИФИ и так далее. И вот центр, он этот созданный отбор талантливых, в том числе из Самары, там 8 или 9 человек сейчас, там учатся. И они дают результат этот. Мы создадим лучше здесь центр. Уже есть и концепции, проекты, все-все-все. Через это Гагарин-центр, который... На выходе уже, в смысле, на выходе имеется в виду магистры, аспиранты и так далее. И плюс наше еще преимущество, что мы можем очень мощно сделать, на самом деле это будет нашим, может быть, новым лицом Самары. У нас есть здесь академические институты, Академия наук, СССР еще, ФИАМ. Россия, ФИАМ и так далее, 3 института. Мы принципиально договорились, что эти институты будут переданы вот этому новому формированию. Причем эксперимент будет проводиться. В состав войдут. Они будут также финансироваться госзаказ через Академию, через ФАНО, точнее. Мы с Кутюковым встречались вот в том же в Чувашии на совещании, еще раз обсуждали. И он говорил, когда это лучше сделать? Я приеду для того, чтобы хоть наложено вето президента, движений пока не делает, пока там, ну, в Академии идет реорганизация. Но, говорит, мы договорились, что будет в экспериментальном порядке. В Самаре эта передача состоится. И вы представьте себе, студент, рядом же академический институт, через там он с тем же этим билетом или с тем же удостоверением свободно, потому что это в одном блоке, да, он уже и с большой наукой связан,
Он знает уже там, с второго, с третьего курса, какая задача решается, какая важная, условно, для страны, для, может быть, планеты и так далее. И вот, скажем, это формирование далеко не каждый регион способен сформировать это формирование. И даже в Москве очень сложно это сделать. Почему? У нас еще есть базовые отрасли производства, мощнейшие, космические. Мы хотим и все-таки авиа возобновить. И авиакор точно в ближайшие 8 лет будет работать, даже вопросов нет. Там есть уже контракты, договора, это модернизация самолетов летающих, Ту-95 и так далее. В общем, программа на 8-10 лет до авиакора. Но мы хотим все равно и новые, то есть серийные самолеты, новые производить. Вот. А эта часть для нас, это очень важная для страны задача. Нефтянка, вот только сегодня я был на Куйбышевске, очередная сдача двух установок. Установки мирового уровня. Абсолютно мирового уровня. Там через 2 года он будет в тройку лидеров в мире, будет по глубине переработки, по сложности процессов, там только уступать двум еще заводам, один завод в Соединенных Штатах Америки. То есть какие идут процессы. А тылы наши, тылы, я имею в виду то, что должно готовить кадры, специалистов такого уровня, они троечники приходят. Разве он способен решать эту задачу, потом вот дальше двигаться? Или снова мы будем покупать эти технологии в очередной раз? Ведь технологии, которые сейчас устанавливаются, там в основном купленные. В основном куплены. А задача стоит самим выдавать идеи, самим, а не оплачивать интеллектуальный труд чужих. То есть те самые неокры, та самая прикладная наука. Та самая и академическая, и прикладная наука. И академическая большая, скажем, и прикладная особенно наука, да. То есть вот этот мегавуз, он должен не только обучать, да, как раньше было, но и внедрять, и разрабатывать экспериментальные вещи. И вот в Гагарин-центре вот эти площади специальные будут создаваться. Будут создаваться спецлаборатории, будут создаваться опытные производства, ну, цеха или там условно помещение для опытных образцов, для, может быть, этих небольших партий, малой серии. А дальше массовое производство. Ты можешь продавать эти малые партии, ты можешь патенты продавать, ты можешь продавать опытный образец, можешь продать и на этом зарабатывать, в том числе вузу зарабатывать на этом. Если мы На эти рельсы встанем, то точно у нас будет будущее. Если не встанем, нас через 10 лет все равно. Николай Иванович, не могу не спросить, прям вот ваши аргументы, безусловно, убедительны, да, и понятно, что маломальский даже образованный человек понимает, что то, что вы говорите, абсолютно истина и правда, и это будущее. Но ведь, наверное, есть все-таки те люди, которые приводят контраргументы против этого объединения. Вот вы буквально за 2 недели провели 3 встречи, да, с ученым советом Госуниверситета, с научной общественностью Политеха. И позволю себе, пусть не обижаются на меня преподаватели, сказать, самым главным, это с будущим, да, то есть это с представителями студенчества. Да. Каковы, во-первых, ваши впечатления от этих встреч? Среди каких слоев вот эта идея объединения находит полную поддержку? И самое главное – каковы все же, с чего я начал, аргументы тех, кто сомневается в успешной реализации этого, ну, огромного, масштабного проекта? Ну, на самом деле были 3 встречи. Все они друг от друга отличались. Первая встреча была в ГОСе, в Госуниверситете, назовем классическим. Хоть понимание классического сейчас изменилось. И если брать Самарский Госуниверситет, он классический в понимании, ну, 30-летней давности. И сегодня это. Да. А сегодня в Европе, даже не сегодня, уже 30-40 лет, классическим считался вот там, где уже есть и строители, даже медицина, то есть чем не шире специальности, но, естественно, обязательно естественные науки и гуманитарные науки, да, в университете. То есть университет – это чем не шире профиль специальности, тем она
классичнее, что ли, так, выражение пусть такое будет. Вот. Там, в университете, отдельные товарищи политизировали этот вопрос. Угу. Пытались, в общем, сыграть на этом. Угу. Да. А так, в целом, большая часть, я даже сказал, абсолютное большинство, они с аргументами согласились. Почему? Потому что, ну, во-первых, название будет университет. Все равно. То есть задача стоит создать мощный университет. Классический в старом ли понимании или в современном понимании, наверное, лучше в современном понимании, потому что сейчас даже Сорбонну модернизируют. Вот было условно одно представление, Сорбонна сейчас сильно подсела. Почему? Потому что очень сильно они педалировали на прошлом. Вот эти корпуса прошлые, вот кампус прошлый и так далее. А молодых людей, часть людей это прошлое, скажем, ну, интересует, а многим нужно будущее, завтрашний день. И поэтому Сорбонна последние 5-10 лет сильно подсела. И сейчас во Франции делается новый мегавуз. Мегавуз огромный. Они делают его самым крупным в Европе. В общем, поэтому, если брать университетских, еще раз возвращаясь к встречам, то, ну, если не брать вот эти политические составляющие, то в целом разговор для первого раза состоялся конструктивный. И мне понравилась позиция даже и ректора, когда он сказал, ну, все-таки, что бы мы ни говорили, надо иметь в виду, мы ведь государственный университет. И если есть концепция, утвержденная государством, мы же не можем, он эти слова не говорил, но по большому счету ведь тоже так, взять и пойти абсолютно в противовес. А концепция утверждена в январе месяце этого года правительством Российской Федерации. Поэтому даже после встречи, встречались и с деканом этого журналистики, и представителями филологического факультета. Те вопросы, которые они задали, получили ответы, разъяснения, и они были удовлетворены. И более того, в конце, даже уже после, там, вне зала, значит, абсолютно было хорошее настроение. Вот. Что касается технического, ну, на мой взгляд, там поступили не очень порядочно, скажем так. Мы договорились, я хотел там в четверг быть, накануне там вот конференции, в четверг. Ну, так получилось, мне сказали, ну, вот завтра конференция, вроде два дня подряд собирать, вот, людей. Давайте, если можно, в понедельник. Давайте в понедельник. А взяли в пятницу, не выслушав, не обсудив эту тему. Говорят, спровоцировали, выставили там, односторонне представили эту тему, и, ну, вы знаете итог, там поставили на голосование, значит, и так далее. Мне, на мой взгляд, это такой очень, скажем, поверхностный, мягко скажем, подход к тем проблемам, которые сегодня есть в высшем образовании и так далее. Вот. Но я сейчас знаю, вот сегодня они уже сейчас в рабочую группу политех принял решение, определил комиссию и представителей в рабочую группу объединенную, которая будет уже отрабатывать вопросы объединения. То есть вот после той встречи, которая была, хоть она была тоже уже моей встречи, в понедельник она была непростой, но вот сегодня уже есть это решение. Вот. А что касается, какие категории больше поддерживали или еще что-то, конечно, встречи в политехе я разочарован. Разочарован чем? Ну вот, когда ставили вопросы, вы сначала сделаете так, чтобы заводы работали, чтобы наши специалисты брали заводы. А завод начинаешь спрашивать, завод говорит, специалистов нет. Они ничего не умеют. Они ничего не умеют. Круг, да? Замкнулся. И круг замкнулся. И так ставить вопрос, может быть, я тоже хотел бы СССР вернуть, да, может быть, мне комфортнее было, да, но я этого сделать не могу.
И, наверное, никто сделать этого не может. Просто никто не сделать не может. И если говорить вот в таком ключе, ну, там, или вот если бы финансировали по-настоящему, я говорил, у нас с такой ценой на нефть, у нас уже из резервов пенсионный фонд финансируется. Угу. Понятно, что больших денег сегодня высшему образованию страна найти не сможет. Она неэффективные, скажем так, вузы, которых у нас очень много в стране, она будет их подрезать и освободившиеся эти деньги давать эффективным. Добавлять эффективным. Добавлять. И эффективные будут дальше подниматься, а неэффективные будут опускаться и сходить со сцены. У нас 2500 вузов. В Китае с населением в 7 раз, 8 раз больше, тоже 2500. Тоже 2500. Пропорция понятна, как будут срезать. Да, примерно останется, считают, 700, 800, ну, может, 900 вузов. Ну, так в концепции сказано, 40% вузов и 80% филиалов к 2020 году. Да, да. И если мы элементарных вещей не знаем, не вникли, не понимаем, там, тенденции, которые идут в мире, не знаем, и начинаем от незнания, говорим такие вещи, которые, ну, и таких вещей там было много. Еще что меня удивило, там, ну, некоторые по бумажке говорили. Угу. По бумажке говорили. Это тоже не очень хорошо. То есть заранее подготовлены. Или одна женщина, мы 100 лет стояли, 100 лет еще будем стоять. Слушайте, ну, мы не знаем, что будет с нами через 5 лет, если ничего делать не будем. А насчет 100 лет... Ты можешь на такие безответственные заявления, мы должны думать о детях, внуках, о следующем поколении. Да. Что касается молодежи, там же в этом техническом, когда я говорил и аплодировали мне, там были моменты, ну, не мне, а тезисом некоторым, да, я так я видел весь зал, аплодируют в основном молодые. Молодые. И те выступили там за объединение, которые выступили, они тоже из более такого молодого поколения. Вот. Когда мы встретились с молодежью, я встречался здесь с представителями молодежных организаций, с руководителями молодежных организаций, ну, там было абсолютное большинство, когда они задали все вопросы, там, проблемы свои, опасения свои, абсолютное большинство за то, чтобы делать мощнейший образовательный центр и не терять своей идентичности, так я скажу, да? Каждый, то есть, вот есть университетская определенная там аура, да? Ну, в смысле, госовская. Ее не потерять, я абсолютно согласен. Не потерять бренды, которые мы сегодня имеем. Ну, бренд от того же, условно, Аэрокоса, да? Бренд университетский там, бренд технического. И здесь уже предлагались варианты, в том числе вот студент, лучший студент был признан в прошлом году с Аэрокоса, он сказал, вот мы сегодня обсуждали у себя в Аэрокосе, вот мы посмотрели варианты, есть такая практика, создается мощный университет, создаются академии, академия, скажем, авиационная, ну, авиационно-космическая академия из ГАУ, техническая или политехническая академия, назовем условно. Условно это все, чисто условно я называю. Ну, а университет – это университет. Там, может быть, там будет институт физики, химии. А, да, под академиями институты могут быть. То есть это иерархия вузовского образования. Институт, может быть, любой, который они и были когда-то институтами, назывались институтами нашей учебное заведение. Дальше – факультеты. То есть можно выстроить так, что, условно, имя СГАУ можно ставить, имя политеха там будет звучать, и когда студенты из-за рубежа или из-за там Владивостока, или тоже Заика, по-моему, фамилия этому парню, очень умный парень, наверное, с Краснодарского края, нажмет клавишу компьютера, чтобы там СГАУ появилось, или там политех появился, да, чтобы в этих, в общем названии не потерять вот эти вещи. И я тоже, условно, для меня было всегда опасением, чтобы те традиции наработанные не были утеряны. Сохранить их и, наоборот, двигать дальше. Их это волновало. Волновало, условно,
в одних местах там у студентов одни условия, в других местах другие. А вдруг, я им сказал, колхоза не будет. Угу. Колхоза не будет. Я даже им вспомнил реэкономику, там сколько можно отобрать у одного, для того, чтобы тот перестал работать совсем. Но мы, когда будем структуру создавать, наработанное никто отнимать не будет. Наоборот, ты стремись также нарабатывать, также зарабатывать. Какая-то часть, понятно, будет перераспределяться, потому что гуманитарии им зарабатывать значительно сложнее, технарям попроще зарабатывать дополнительные деньги для вуза. Понятно, определенное перераспределение будет, но в меру очень, в меру, чтобы не отбить руки тем, которые активно будут работать. Но это не только в большом университете, и даже в малом. Вот мы были в госуниверситете. Химик, который выиграл грант, и я вспомнил первую встречу, и вот вторую встречу, он уже совсем другой человек. Потому что он выиграл грант на 58, по-моему, миллионов рублей. Мы 15 миллионов вложили туда, в этот грант. И он сделал и мирового уровня лабораторию, и едут и китайцы, и итальянцы, и так далее, и так далее. Теперь его просят за рубеж, в общем. Но и он стал другим, я имею в виду, и внешне. И... К нему Нобелевский лауреат ездит. Да, и внешне самодостаточным стал. И вот смотришь, в сандалиях приходит, в советских, доктор наук, профессор вручает, вручаешь награду, а он одет так, то есть насколько... А человек уже смотрится по-другому, современным смотрится. И вот в этом смысле, конечно, мы будем поддерживать тех, которые работают так, чтобы другие подтягивались. Вот поэтому молодежная среда воспринимает это лучше. То, что они видят будущее. То, что им, да, видят будущее. Ставили вопрос, а вот там, да, как в дипломе будет? Ну, я за них тоже сказал, у тебя же диплом там номерной, будет номер. Угу. И понятно, говорят, можно это сделать так, что в дипломе, если вы хотите, там, чтобы было СКАУ написано или еще что-то там, это будет Самарский там, условно, университет или Самарский там, национальный университет или федеральный какой-то угодно, федеральный, да, какой угодно, и дальше такой-то. Николай Иванович, через деревья. Вот на самом деле затевается такое очень огромное и удивительное дело. Вот смотрите, Кембридж, Оксфорд. Вот когда они заканчивают эти учебные заведения, выпускники, им даже не надо подтверждать, не надо резюме писать, ничего. Вот я закончил этот вуз. Вот сейчас в Самарской области появляется ровно такой шанс. Согласен. Понимаете? Он удивительный просто. И мне очень странно, но это моя такая личная позиция. Я совершенно не понимаю, почему ученые люди, те, кто работает со студентами, которые имеют отношение к науке, они этому сопротивляются. Я рассуждаю. Или это речь идет о каком-то меркантильном собственном интересе. Но ни в коем случае это не идет речь о будущем не просто, допустим, вуза, территории, тех людей, которые живут, твоих близких, ну, вот они, внуки, дети, вот все, кто угодно. Это же они всем этим будут пользоваться. Но и о стране, потому что сегодня такое сложное время. И единственное, что мы сейчас, вот сейчас можем сделать, это думать о перспективе, на будущее думать. А это люди, это молодые люди, которые, может быть, сейчас в детском саду, но они станут одаренными людьми, и они прославят свою родину, и мы будем все, пусть не сейчас, позже, но счастливыми и богатыми. Как? Это же патриотизм. Это то, что должно быть записано в нашу докторию. Это вот то, о чем говорят. Вот оно сейчас вот должно случиться. Ну, я согласен с вами, что в ряде случаев абсолютно интересы другие. Даже вот, как вы сказали, меркантильные. Да. В ряде случаев интересы, причем интересы на высоком уровне, эти интересы ставятся выше, чем интересы государства, хоть ты государством поставленный человек, ты государственный вуз, и ты вообще должен был думать об интересах государства, об интересах области. И это тоже я заметил в процессе. И даже более того, я в некоторых случаях сказал, что имейте в виду, ведь мы можем рассказать больше,
намного больше того, о чем мы сейчас говорим. Почему? Почему где-то началось определенное сопротивление? Поэтому я думаю, сейчас уже этого почти нет, или ее почти нет. Потом то, что политизировано, вот о чем сказал с самого начала, политизировали этот процесс, пытались наработать очки политические, причем партии, которых включились партии, которых впервые слышат, и я первый раз услышал, говорят, которые подписи собирали, подписи, письма мне, подписи президенту, вот, и так далее. И вы посмотрите тоже, если взять сети, где преобладает вот это противостояние, то есть против вот того, чтобы этот процесс конструктивно, скажем, двигался вперед. Это в основном те, которые по каждой инициативе, по любой инициативе государственной власти или общественной инициативе, позитивной, приносящей пользу стране, обществу, они выступают против. Выступают против. Ну, работа такая. Да. Выступать против. Работа такая. Наверное, платят не то государство. Ну, другое, видимо, да. Да, другое государство платит, может быть, да. Другая страна. Да, другая страна. Страна. Поэтому в основном идут оттуда. Хоть я в одном из там встреч говорил, но это же болонский вариант, да? Это болонский процесс, болонская система образования. Если вы пропагандируете западный образ жизни, вы сразу должны были взахлеб... Узнать. Взахлеб аплодировать этой инициативе. Этой инициативе. Вы же за западный образ жизни. Это в какой-то мере переход нашей вузовской системы на принципы рыночные и западные принципы. То есть, ну, болонские принципы. Это о чем да? есть, когда не надо доказывать, что это за корочка. Да, да, когда ты уже... Надо доказывать. Да. Ты уже рейтинг вуза сам по себе уже говорит о том, каков ты специалист. Каков ты специалист. Но если мы это не будем делать, весь мир за это борется. Вот сейчас в Голландии очень большая программа. Может, они считают, что когда-то они были в Европе там тоже законодателями, там, ну, развитая страна и так далее. Подотстали за последние 30-40 лет. Сейчас они делают мощные вот подобного рода центры, три центра. Ну, страна небольшая. Для того, чтобы эти три центра стали тоже на мировом уровне котироваться, чтобы их специалисты, их люди, или к ним ехали в том числе учиться. А ведь что значит, что ехали учиться? Ведь едут учиться из-за рубежа не бесплатно. Страна платит, компания платит, которая его направляет сюда, наряд и так далее. И платят уже не такие деньги, которые вот в частном порядке наш студент пришел, там оплатит. Это совсем уже другая составляющая. Наряд. Поэтому, конечно, очень важно иметь такой центр, иметь мощную здесь научно-исследовательскую базу, чтобы готовились специалисты самого высокого уровня, умеющие и в исследовательском процессе опыт, и в научной работе накопивший опыт и так далее. Значит, вот противники говорят, что объединение – это значит оптимизация. Оптимизация – значит сокращение. Кафедры будут сокращать, преподаватели будут сокращать, все будут сокращать. Эта идеология, она в какой-то мере, ну, 3-5 лет назад в какой-то мере была вот на самом деле такова, да? Давайте сократим то, объединим, сократим. Оптимизируем. Сейчас оптимизируем, да. Сейчас процесс идет по-другому. Сейчас в Москве в министерстве говорят, никого заставлять не будем. Не объединять, не разъединяться, никого не будем. То есть не хотят, да. Не надо, да? Не хотят, не надо. Более того, если они не хотят и не понимают процессов, которые идут в мире, да, и в мире, в стране пошли активно, то зачем их заставлять, если они не понимают этого, да? Они считают, что эти вузы в течение до 2020 года, они сойдут все со сцены. И не надо, и не надо ничего оптимизировать. Это естественно, само по себе, сами по себе они сойдут со сцены. Вот в чем, сейчас так говорят, нет, я уже сказал, условно, с технического сократят на 30% прием, перебросят в ЗГАУ. На дополнительную поддержку. Ну, условно, в ЗГАУ. Условно. И ведь не только технического. Сотен вузов
сократят, у которых есть средний балл по стране, а у многих ниже среднего. У всех, у кого ниже среднего, тех порежут. Порежут финансировать. Скажут, слушайте, к вам не идут. Вы работаете не с теми. Вы не популярны. И так далее. И все логично. Говорят, эта часть должна уйти в колледжи. У нас не хватает специалистов этого, скажем, уровня в стране. У нас 85% учатся, получают высшее образование. В Японии 54%. Во всех, даже в Соединенных Штатах, меньше 50%. Дальше он получает образование, ну, среднеспециальное, по нашему пониманию, и по специальности работает. А у нас 85%. Но из них, если брать там, посмотреть, кто там в мегасети работает или еще что там, половина из них имеет высшее образование, не торговое образование имеет, совсем другое. Для чего тогда государство тратило деньги? Для чего? Поэтому будет это отрезаться, а эффективное, двигающееся вперед, с высоким баллом, популярные, становящиеся все популярнее и популярнее, те будут получать дополнительные деньги. Поэтому вот этот вуз сформированный мыслится так. Не сокращаться будет финансирование, а увеличиваться будет финансирование. Увеличиваться и добавиться и кафедры новые. Да, может быть, отдельные кафедры, отдельные там, где абсолютно профильные, ну и там, и тут, могут быть объединены. Но это не означает, что преподаватели будут сокращаться. Там, может быть, несколько единиц заведующих кафедрами, может быть, будут... Дублирующие. А так все во всем остальном. Никакого сокращения. Более того, Ливан вот на этой последней встрече сказал, что кроме того, что наше преимущество, мы в топе, и мы из этих денег, которые уже на 4 года запланированы в бюджете, несмотря на то, что крайне сложный бюджет, эти деньги сохранены. Поддержку вот этих 14 вузов, или там сколько станет, 12-10 через год-два, да? Кроме этого, сейчас ищут средства, есть поручение правительства, министерству там, и министру финансов, найти средства вот под этот процесс, который сейчас идет, и в апреле месяце там как будет объявлен итог, вот крупным вот этим новым формированием добавить деньги. Просто добавить дополнительные деньги, чтобы те проблемы, которые все равно определенные проблемы появятся, чтобы они имели возможности проблемы решать и уже двигаться вперед. Ведь не все в топе, ну, в топ-15. Будут объединения, которые не в топе. И они будут получать дополнительную поддержку. И мы будем иметь, можем по одной статье получать дополнительную и по другой. А что касается процесса обучения, там условно, это на подушевое финансирование там, студентов. Это как у всех вузов оно останется. И дальше. Поэтому вот опасений этих нет. Это не для этого делается. А делается, наоборот, для того, чтобы добавилось финансирование и эти деньги пошли на то, чтобы, о чем я говорил, человеческий капитал подтянуть и многое-многое. То есть можно говорить и о повышении зарплат в этом случае? И о повышении зарплаты. Если будет дополнительное оборудование, можно на него округ зарабатывать там. И командировки, стажировки за рубежом студентов, преподавателей, причем длительные командировки, стажировки. Мы каждый год 20% должны, 20% студентов на стажировку отправлять. Это для студента любого очень важная вещь. Он никогда столько не заработает вот сегодня сходу для того, чтобы там прожить полгода или год за границей, в вузе, в топ-100 мира. Конечно. В топ-100 мира. И преподавателю там стажироваться, это стоит будет больших-больших денег. А это все будет финансироваться дополнительно. И это уже, то есть дополнительное знание, это всегда капитал дополнительный для любого человека, особенно для молодого человека. Чисто... А название какое-то уже есть для этого вуза? Название нет до окончательного. Это предмет обсуждения. Да, это будут любые варианты, самые удачные варианты, которые там будут приемлемы. Но советы дают нам такие. Вы сделаете обязательно, чтобы это было связано с краем самарским. Самарским краем. Что-то, ну, это работало потом не только на вуз, это в целом работало на край, на территорию, на область, само имя работало. Может быть, как было самое первое начало,
университета. Назывался он просто Самарский университет. Некоторые называют Самарский национальный университет. Национальный имеется в виду не национальности статус, какие-то, да, статус, а статус, да, особый статус. Не национальный, исследовательский даже, потому что национально-исследовательских у нас 29. Мы считаем, мы хотим быть не в 29, мы хотим быть в десятке, как минимум, а может быть и в пятерке в итоге, имея мощную промышленность, такую очень важную, для страны важную. Там тот же АвтоВАЗ, не только Аэрокос, не только нефтянка, и не только те проекты, которые идут вот по нефтянке сейчас, это на самом деле очень современно, очень важные центры будут. Плюс то, что мы делаем вот в планах наших Гагарин-центр, вот одаренные дети, центр одаренных детей, это все может нас вывести, там, может быть, в первую пятерку вузов страны. Поэтому национально-исследовательский, может быть, чтобы вот сравнивали что-то мы в 29, да, может, просто национальный университет. Слово «государственный» нам некоторые рекомендуют. Лучше не писать, там, «Самарский государственный». Почему? Потому что, ну, придет время, когда главное будет финансирование не государственное, как Гарварда, как Кембриджа, там у некоторых по 10, у одного вуза 46 миллиардов долларов в эндаумент фонде. То есть, ну, в уставном капитале, условно. 46 миллиардов долларов денег. Какой бы кризис ни был, что бы ни было, это такие деньги у вуза, заработанные деньги через НИОКРы, и особенно через вложение благодатных или благородных выпускников. Выпускники, которые добились успеха, и очень много таких, которые, ну, в конце жизни или еще что-то там передает вузу своим, вузу благодарность тому, что из него сделали своего такого специалиста, что он мог миллиарды долларов заработать. И некоторые там по несколько миллиардов отдают вузу. И эта тенденция в мире активно раскручивается. Причем, ну, кто-то, не кто-то раскручивает, а как сам процесс. Потому что он, и этот человек потом в историю входит через это. Нихмасе, который вложил вот в эндаумент фонд, так называемый. И у нас эти процессы начались тоже. Не в тех масштабах, естественно. Хочу сказать, тут можем мы некий упрек нашим самарским сделать, потому что, вот, например, в том же Мордовском университете эндаумент фонд создан позже, чем в СГАУ. А он сейчас уже в два раза больше в Мордовском, чем в СГАУ, эндаумент фонд. И темпы его, в общем, пополнения намного выше. Кстати, вот там о рейтингах тоже говорили, да? Мордовский университет, он политехнический. Там и строители, там и технари все, и электронная техника, и светотехника, там и медицинский факультет в Мордовском университете. Вот, и многие другие специальности. Он еще когда-то, там, 12-15 лет назад, он был в третьей сотне по рейтингу, по показателям разным. Но сейчас вот последние Министерство образования рейтинг составленный. Он выше, чем все самарские вузы. Даже СКАУ чуть ниже. А политеха вообще в сотне нет. Мордовский университет 37-й. В сотне. И я хочу сказать, заложенные вещи, новые, современные, вот сейчас мы убеждаем друг друга, говорим об этом, там эти вещи сделаны очень давно. И центр одаренных детей, и вот более крупное формирование, да, очень давно, потому что абсолютно было понятно, что это сделано в Европе 50-70 лет назад или 50-60 лет назад. В Штатах там 100-150 лет назад. Китай этим путем 20-25 лет назад идет и так далее. И сделав эти заделы они двигают выше, выше и выше. Поэтому, конечно, нам исключительно сейчас важно не тратить даже, может быть, силы, средств, не то что средств, сил, сколько мы сейчас тратим. Вот, я завтра буду в СГАУ, еще встреча будет завтра в СГАУ, там не встречались, ну, там, насколько я знаю, обстановка значительно лучше в этом отношении. Вот, ну,
В университете тоже мы считаем, ну и вот политех тоже, но все равно шума было две недели, очень много. И мы пытались и политизировать, и очки заработать, и давайте выйдем на площадь, давайте то сделаем, давайте это сделаем. А может быть, лучше мы бы сконцентрировались на том, а как лучше это сделать? Как сделать так, чтобы это учесть каждую деталь, каждую мелочь, ничего не забыть. Сделать все так, чтобы каждая ячеечка потом работала на себя и на соседнюю ячейку. Чисто технически, какие сроки и как могут быть разделены полномочия? Значит, сроки, ну, мне даже сейчас, может быть, трудно сразу сказать. Наверное, к 1 сентября текущего года юридически все может не состояться. Потому что перевод в автономное учреждение, СГА уже автономное учреждение, там, это требует времени. Вот. Но нужны принципиальные решения. Принципиальное решение и потом реализация этого решения. Принципиальное решение, по большому счету, чем не раньше, тем лучше. Юридическое оформление может завершиться к 1 сентября 2016 года. Не исключается там, условно, последнее это. Но принципиальное решение нам нужно. Почему? Потому что мы снова не должны оказаться в последнем вагоне, или вообще уже поезд уйдет, а мы какой-то свой там этот... Особый маршрут прокладываем. Особый маршрут прокладываем, который скажет, а пусть куда их выведет этот маршрут, туда по и ветру. Выведет, да, по ветру. Поэтому принципиально другое, что мы одни из тех, которые по этому пути двигаются, скажем, в числе первых. Ну, вы понимаете, я думаю, все, кто слушает, понимает, или первые всегда снимают сливки. Финансовые? Любые. Любые сливки. И поддержка административная. Поддержка в самых различных вещах. Да? Там, ну, поддержка, там, скажем, хоть моральная, хоть какая там, для того, чтобы звучание было больше наше, да? Естественно, и финансовые тоже. Или ты придешь тогда, когда уже основная когда часть... Когда казна полна? Когда, да, еще все не распаковано, и ты с первой распаковки получаешь, да? Или когда уже ты пришел, когда, значит, уже все распаковано, и остались какие-то остатки, да? Это две очень большие разные вещи. Но шанс уникальный. Да, и то, что говорил вот в том числе по Мордовскому университету, там все опережалось. Причем опережалось так, и в Самаре модель, сделанная еще в январе месяце, в январе этого года, месяц назад, Ливанов проводил совещание с участием в том числе вице-премьера, он назвал самарскую модель, привел в пример. Но мы уже запустили душок. Душок, условно, вот тем, что у нас сейчас на... в сетях и так далее, оказывается, что в Самаре не все понимают, значит, что вот та модель, которая там признана одной из лучших в стране, или лучшей, или единственной, которая была названа на этом совещании, вот вся эта структурные вещи, и в том числе вести детей одаренных с 5 класса, то, что мы будем запускать в детские садики, значит, вещи, как в Кинельском детском садике и так далее. То есть вот вся эта цепочка, и потом новый кампус, в новом кампусе абсолютно современные условия. Старые корпуса не снимаются ничего, а используются в полном объеме старая база. Это тоже очень важно, не все выстраивать заново, да? А старая база, там будет бакалавриат, а следующие, там, где требуется уже супер образование, суперзнания и исследовательские вещи, это в новом Гагарин-центре, что у нас уже есть решение, академические институты, у нас уже создан СГАУ вместе с Кириллиным, с прогрессом, ЦСКБ «Прогресс», это Институт космического машиностроения, он единственный сегодня в стране, мы вот в январе месяце завершили практически этот институт, и вот все эти, скажем, составляющие, они сегодня смотрелись в стране лучше всех. Лучше всех. Но душок, который пошел, душок какого рода?
то, о чем я говорил, заставлять никого не будем. Должно быть полное понимание самими участниками процесса. Тогда процесс будет активно двигаться. А если нет понимания в вузах, где гарантия, что процесс пойдет хорошо или быстро, или там, в общем, вот. Ну, Николай Иванович, а на основании чего будет решение-то приниматься конечное? На основании голосования, на основании опросов. Потому что часть сотрудников и студентов за, часть какая-то будет, наверное, против. И, соответственно, как принять окончательное решение? Конечно, хотелось, чтобы принято было решение с коллективами. Хоть здесь юридической, скажем, основы для принятия решения, она не прописана. Вот. Решение в итоге будет принимать Министерство образования России. Вот. Но хотелось бы, чтобы вот это стремление, принципиальное решение трудового коллектива было, на базе чего принималось решение Министерством образования. И, естественно, мы считаем, что такие решения состоятся. Ну, я уже говорю, что касается университета, там понимание значительно больше. И большинство там сегодня, абсолютно, может, даже большинство, наверное, проголосует. СГАУ точно. Технический университет сейчас выдвинул своих кандидатов на процесс. Это означает тоже, что они, в общем, сейчас встали на конструктивные рельсы. Говорят, и решение, вероятнее всего, будет, если даже собрать трудовой коллектив, наверное, примется положительный. Потому что они получили много дополнительной информации, много дополнительной, в том числе вот то, что даже мы сегодня с вами говорили, достаточно подробно о многих вещах. И я уверен, что и там решение будет принято. И это будет принято, наверное, где-то в течение 2-3 недель, принципиальное решение. А дальше пойдет процесс, о чем я уже сказал, может, пройдет год или полтора. В итоге, ну, конечно, как край в 2016 году, 1 сентября, должно образоваться вот окончательно это формирование. По академическим институтам, как только принципиальное решение примется коллективами, будет принято решение ФАНО, или Академии наук России, о передаче их. Они пока будут на балансе, ну, скажем, СГАУ, а потом войдут в баланс общего формирования. Спасибо. 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 Спасибо большое. Хорошо. Спасибо вам.